на сегодняшний день заказали схемы на утверждение схемы расположения парков для утверждения их границ, значит, площади всех парков будут увеличены. Значит, ну и как предложение, уже на утверждение у нас были скверы. Мы предлагаем центральную часть города, скверы, которые расположены в районе площади Ленина, объединить в один массив. Это сквер Мира, сквер Славы, сквер Афганцев, сквер Аленки. Ну, это все, что там находится в районе церкви Митридатской лестницы. И сквером и парком города, в соответствии с новым предложениями по генплану, придать статус особо охраняемых территорий местного значения. Вот это такая небольшая...